Вот такая вот композиция прозвучала на площади там, когда я сюда подошел. И, собственно, вот здесь мы и находимся. Музей мадам Тюссо. Бенкхорф. Там вот пошли улочки с шопингом, так сказать. И прочим, и прочим. Вот. И я уже забыл, как это здание называется, собственно, где звучал колокольный звон. Вот, торопился заснять сам звон, что не посмотрел, не подготовился, чтобы вам обозначить эти вот два интересных строения. В общем, что касается площади, конечно, по сравнению с центральной площадью Брюсселя, она не такая единая, композитная, атмосферная, я так думаю. Но тут есть смерть, вот смотрите, стоит. Есть вон человек на велосипеде якобы едущий, который по факту не крутит педали. О, заблокировано заднее колесо, поэтому можно расслабиться и ехать. Вот, так вот сзади на Ивана чем-то похоже, да? Не похоже. Какой-то вон там еще там в маске демона товарищ есть вдалеке. И все. Ну, в общем, площадь как площадь, да, красивые здания, да, куча туристов, голуби. Все как положено, в принципе. Вот. И, пожалуй, это, наверное, будет последнее, что мы посмотрим, увидим в Амстердаме. Город хороший, симпатичный, компактный, интересный и...